Я пришел не ласкать ваши уши, я пришел оперировать души, очищать их от живых пятен. И порой мой стих неприятен, и порой мой стих неприятен, и порой мой стих неприятен. Я пришел натянуть ваши нервы не ключом потребительской страсти, не слащавой поэтикой стервой, а тем духом, что мне подвластен, а тем духом, что мне подвластен, а тем духом, что мне подвластен. Я пришел пробуждать ваши мысли, что зациклились в плене у тлена, ваши ленности и корысти, и я буду ломать их об колено, я их буду ломать об колено, я их буду ломать об колено. Пришел душою взорваться, светом искренних чувств излиться, чтобы вместе нам просветляться, чтобы вместе нам прослезиться, чтобы вместе нам просветляться, чтобы вместе нам прослезиться. Я пришел не ласкать ваши уши, я пришел оперировать души, омывать их в растворе любви, только это их оживит.